ナオミさんとレイさんの本日の方々です。プーチン大統領の決まりで、ロシアの国戦争のあと最後の、開催国となったことを嬉しく、まさにブーチューバレーダー、タロバさんが、支援されたエジゼルがですね、日本で出ると本当に多くの日本人Радость доставляет то, что Япония стала первой страной проведения русских сезонов, открытию которых особое внимание уделял президент Путин. А также мы очень рады, что японцы имели возможность восхититься вашим балетным спектаклем жизни. Я тоже провел очень хорошее время, как мечтал.改めて日本人を代表して対応を感じています。一緒に хотел бы вас искренне приветствовать в Японии от имени всех граждан Японии。Господин премьер-министр, для нас была большая честь, когда вы познали лично русские сезоны и чтобы присутствовали лично на спектакле Большого театра, билетного зала. И, честно говоря, новость о том, что вы будете на спектакле, для нас, для артистов, придала какое-то особое настроение. Спасибо большое за ваш шанс. Сонги Сурутой Дайджин Кавка. 今回、ロシアの近接にの開会式にあたりまして、ご自身で、スピーチされたこと、また、今回私は踊ったバレエをご覧になったことは、我々にとっては大変光栄なことでございます。アーティストたちにとっては、総理大臣閣下がいらっしゃるというニュースに接して、みんな非常に感動しまして、非常にこう弾みを与えられたと感じておりました было именно официальное признание русской культуры и такой теплый прием в Японии.もちろん芸術と文化ということは長年にわたってロシアと日本をもうすぐ核化しであると考えております。今回も我々 に対して非常に手厚いおもてなしをいただいたことを誠に感謝したいと思います。またロシアの文化が今回皆様のおかげで公式的に認められたとも言えると思いますが、それも非常に喜ばしいことであると思います。